В ближайшую субботу на Всесвятском кладбище пройдет масштабная расчистка территории. Инициатором акции выступил настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора протоиерей Игорь Алджабаев. Во время субботника планируется привести в порядок значительную часть территории кладбища, убрать с аллей и могил упавшие ветки, листву и поросль. Присоединиться к санитарной акции могут все желающие. С собой рекомендуют взять хозяйственные инструменты и садовый инвентарь. Сбор участников назначен на 9 утра на площади памяти героев возле Вечного огня.